Всем добрый день, это питомник роз Полины Козловой. Меня просили показать, как выглядит сорт Жуэль Маруани. Это парковый сорт, он у нас первый раз представлен в каталоге на весну 2021. Но вот пока еще с куста последние цветочки не опали, вот так он выглядит. Это ярко-желтый такой, в молодых бутонах даже с апельсиновым оттенком цвет. Отличительная особенность сорта — вот эта вот вывернутая пуговица в середине цветочка. У всех цветов вот здесь, но он только распускается, если присмотреться внутри, она есть, эта пуговица. Здесь ее видно отчетливо. Я сейчас покажу. И вот уже цветочек, который уже, скажем, давно. Она вот так открывается, но все равно одна видна. Сорт не новый на рынке, он уже очень давно. Я не знаю, почему к нему никто не присматривался, его особо не рекламировали. Он очень неплох. Я бы даже сказала, он очень хорош. У него разворот бутона очень похож на романтический, на розы Остина. Потом, что еще? Он не горит на солнцах. В южных регионах, особенно как роза Остина, свой вот этот яркий желтый оттенок он теряет практически на, ну, предпоследний день, когда цветок опадает уже на следующий день. Собственно, он не выгорает сильно. У него приятный такой аромат. Мне вообще этот сорт нравится, и с ним он хорошо смотрится на фоне зеленого. С ним рядом в пару можно высаживать какие-то вечно зеленые туи, какие-нибудь низкие хвойники, либо еще что-то из многолетних трав. Хорошо смотрится именно вот этот желтый цвет. Он как бы и сам играет на фоне зеленого красиво, и подчеркивает все вокруг. Такая роза — хороший компаньон. Как к нему легко подобрать компаньона, так и он легко пойдет практически со многими сортами, как компаньон. Такой красивый-красивый сорт. Я вот сейчас стою, и как бы мысль пришла. Себе, наверное, я все долго думала, с чем мне, кого мне в пару посадить карликовым туем. Наверное, я возьму тебя. Ну вот как-то так. Будут вопросы, спрашивайте. А теперь всем спасибо и до свидания.